Фестиваль уличного танца «Реакция» впервые за 8 лет проходит на улице, и это, по мнению организаторов, сыграло с ними злую шутку. Из-за дождливой погоды утром заметно поубавилось количество участников. Зато к полудню на танцпол вышли самые стойкие и преданные танцу. Все отлично, приехали разные города, разные номинации, хип-хоп, брейк-данс. Наша школа танцев «Тим Парк» танцует, дети участвуют и уже занимают призовые места. Это радует, что наш район себя представляет очень достойно. На танцевальные батлы в Горке 10 Карина приехала из Москвы. Девушка танцует с 4 лет. Любимое направление – хип-хоп. Виртуозно владея стилем, Карина выходит в финал, где шансы на победу велики. Это, можно сказать, батл, фестиваль, и в батлах я участвовала очень много, вот, поэтому я уже привыкла. Номинации фестиваля «Хип-хоп», «Брейкинг», «Стрит-шоу», «В судействе гуру современного танца», Вадим Сизов, один из корифеев хип-хоп-культуры Поволжья, Артем Алиев, чемпион мира по брейк-дансу, Петр Фанкила из Самары, за диджейским пультом Андрей Веретенников. Самые-самые такие сильные дети, которые сюда приехали, они из Ижевска были, то есть там уровень очень хороший у ребят, вот. Поэтому он сильно разнится, допустим, с местными ребятами, которые танцуют брейк, вот. Но в целом, наверное, мне надо было выбрать топ-8, то есть 8 человек, которые, ну, хорошего уровня. Их было человек 10. То есть я вот там вот уже из 10 там двух кое-как вычеркнул, там уже скрипя душой, потому что, ну, 8 человек были достойные. Вот из них вот из Ижевска был самый сильный, Паук. Что вам дает танец? Почему вы танцуете? Я просто кайфую в том наслаждении, когда я танцую. Я просто так забываю о всех проблемах и просто наслаждаюсь моментом. Для взрослых танцоров предусмотрена номинация «Хип-хоп Про», она отборочная на международный фестиваль «Тимка», который пройдет в Москве в ноябре. В тройке лидеров – Арина, Ирина и Михаил, которые теперь уже будут готовиться к столичному выступлению. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».